поехали. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в Пересвете. Пересвет — это, можно сказать, мекка лыжного спорта в Подмосковье, наверное, да и всей России. И сегодня настоящее чудо. В Снежной Москве все-таки проводят марафон Никола Перевоз. И сегодня мы с вами примем участие. Я, наверное, пройду эту гонку с камерой. Сейчас я пойду регистрироваться, получать номер и готовить лыжи. Уже большинство участников свои номера разобрали. Организаторы требуют паспорт, справку. Вот Иван Марченко сейчас на регистрации. Иван, какую дистанцию бежите? Какую дистанцию бежишь? Большую. Самую большую, да? Состояние снега сегодня примерно вот такое вот, но в лесу кататься можно. Стартуют юные участники. Я вот получил свой номер, номер 300, блатной номер мне дали организаторы. Бегу дистанцию 20 км, потому что когда зарегистрировался на сайте, уже не было дистанции на более длинной дистанции. Да и в принципе мне оно ни к чему сейчас с такой зимой, с такой подготовкой. Вот, кстати, мы видим, это новый корпус, отель «Панорама». Сейчас здесь, получается, наверное, уже 4 или 5 корпусов гостиницы. Сегодня побегу на лыжах с прозрачным пластиком. Желтый пластик — это лыжи для теплых погодных условий. Здесь отсутствует графит. Данные лыжи я бы рекомендовал всем жителям центрального региона, тем более с нашей зимой, и тем более если вы бегаете марафоны в марте. В мокрых погодных условиях они работают гораздо лучше, чем черные, чем лыжи с черным пластиком. Сегодня вот проверим. Как мы видим, состояние снега на стадионе оставляет желать лучшее. На стадион покрыт ледянистой корочкой, но на трассе организаторы всю ночь боронили. И сейчас бежали еще до нашего старта юные спортсмены, там условия гораздо лучшие. Будем надеяться на это. Кстати, в стартовой зоне есть палатки для приготовления лыж. Все желающие могут приготовиться, воспользоваться их услугами. А вот уже участники занимают свои стартовые позиции в стартовых коридорах. Но тоже сейчас займем место у элита. Здрасте. Да, а у вас вы списки? 20. Да, наверное, отдельно. Нет, подожди. Нет. Ток нету. Не пускают? Нет. А как? Вы туда идете. Почему? Потому что у вас номер. До старта остается минут 5, и все участники выстроились. Поехали, поехали, поехали.
dancing lights. There's a world out there you've never seen before. I too was blind until I stepped outside and opened up that door. I see the hesitation to make a choice this small. Give in to all temptation and all those fears are gone. Light up the sky, we've got all the light tonight. Rise up, it's all worth, there's no place to hide.
Нормально. Александр Лихов. Снова с нами. И здесь же Никита Грюков. Не будем мешаться. Останемся сзади. Fireflies in the sky, and they're coming down and hit the ground now. Run around, chase all my dreams. Will you come meet tonight? Be my firefly, my firefly, my firefly tonight. You come with me.
making noise. Your hands look, help you, but not more than myself. So let you hurry up, goddamn. I struggle with my sanity, my vanity, the man of plenty. Trying to tame the beast, stay in the streets. I gotta eat, but I'm incomplete. Barely when I blow up, I hope this pain slow up. Bitch, I done had to grow up. Don't act like you don't know us. I'm way past jaded. This drink here got me faded. I could die, but I'm still alive. I'm still mine. I made it. Yeah, yeah. It's coming on some way. Life's in the next now. Make some motherfucking
know what you want. We'll be right back.
ребят, у меня в конце села батарейка, не успел записать последнюю часть дистанции. Вот, по трассе скажу, трасса была в для таких погодных условий идеальном состоянии. Спасибо организаторам за это, потому что они постарались и подсыпали везде снега, и то, что было участникам, было приятно бежать для... особенно в таких зимних погодных условиях. Как мы видим, скользящая поверхность в идеальном состоянии, то есть нигде нету царапин на лыжах. Это говорит о том, что трасса была достаточно чистая и камней на ней не было. Вот проход гонки, как я сегодня забежал. Еду я, значит, на втором кругу, и выезжает Суздаль Фантон и говорит: погнали. Я отстал, да. Уходим в отрыв. Спустя минуту смотрю, Антон, и след простыл. Вот это награждение. Награждается представитель из Москвы. Ставлю такую. Итак, третье место, салют 32 километра, Иван Кириллов, со второе место. С результатом час 17:16 награждается представитель Зеленодольска, снежные барсы, Республика Татарстан, Артем Николаев, северный крещер. Чемпион Николова перевоза пересвитки в 2018 году получает награду из рук Сергея Игнатова, технического делегата Международной федерации лыжного спорта и технического делегата здесь на Николова перевозе пересвитки за первое место. С результатом час 17:13 награждается представитель Казани Андрей Феллер, первое место. Ну что ж, действительно достойная конкуренция сегодня здесь на Николе. Участие. Ну и не забывайте про спорт. Всем удачи!